Адам стал как один из нас в познании добра и зла. Бог фиксирует прогресс, но придется выгнать из дома. Да, действительно, стал, поднялся на необычайно высокий уровень. Это же прямо фиксируется. Адам стал как один из нас, то есть поднялся на божественный уровень. Но теперь, если он будет есть от дерева жизни, то будет неправильно, он станет жить вечно. Он не сможет исправить свои недостатки. Придется теперь его изгнать, чтобы он стал смертным. Потому что то, что Адам становится смертным, это толчок к исправлению. Люди развиваются духовно, потому что они смертны. А были бы они бессмертны, плевали бы они на все и совершенно никуда бы не двигались. Смерть, чувство смерти заставляет нас бежать вперед с чудовищной скоростью. Это то самое, что нас подталкивает. Это то, что не дает нам возможности расслабиться. Это желание успеть за жизнь, за время, отпущенное жизнью, сделать то, что ты должен сделать. Представьте себе, что люди бы вдруг стали бессмертными. Да первое, что бы они сделали бы, все бросили нафиг. Поэтому смертность человека – это не наказание, это необходимый элемент исправления –